плоской горы. Мы с папой, я камере рассказываю, что мы возле той плоской горы с папой фотографировались. Вон там мой второй корпус в этих домиках. Мы от него ездим. Там же гуляли. Там же была дискотека вчерашняя и все остальное. А вон летает кто-то, такая же хрень, как и я. Класс, красиво, облака разошлись. Вообще класс. Супер. И, блин, не страшно вообще. Хоть какой-то адреналин был бы. Я летаю. Я тебя люблю. Светлана Николаевна, с прошедшим днем рождения. Я вас обожаю. Няня Мутуртыч, привет. Дедуся, папуся, привет. Всех люблю. Пушки-пуськи. Лечу. Эти уже спускаются. Класс. Озеро? А, вижу озеро. Ага, видно. Красота. Ну, в принципе, тут полчаса нечего летать. Если бы еще над горами. Да. А так просто спуститься вниз. По большому счету. Наши горочки, с которых мы катаемся. Это мама Люля. Класс. Класс. Блин, вот это вот самое классное было. Все остальное. Руки вверх. Что делаем? Ничего, бежим, прыгаем, падаем. Становимся. Все, что ли? Ну, слишком безопасно. Ну да, даже скучно. Да? Ну не скучно, но очень, ну, безопасно. Слишком безопасно? Как ощущение? Вообще безопасно. Даже не интересно. Не, ну интересно, не, классно. Вот этих вот пару этих штучек было здорово. Безопасно, что даже не интересно. Ну, малёха, да, безопасновато, да. Так что теперь расскажите друзьям всем своим, что это не так страшно.